Всем привет, с вами канал Артмания, всем мира и добра. Посмотрите, чем у нас Дима занят. Перебирает гречку. Представляешь, досталась нам гречка с мусором. Я думала, в наше время такого уже нет. Дима, вот здесь вот была где-то прям, вон она. Даже я вижу, вот же она. Какие-то вот зернышки непонятные из каши он вынимает. Ой, я ему сейчас покажу ее. Такие вот длинненькие какие-то. Ну, длинненькие, может быть, не знаю, может, это какая-то каша. А вот это. Или, не знаю, мусор, что ли, какой-то. Еще какие-то черненькие он находит. Да? Это были все. Не знаю, папа, откуда он принес эту гречку? Вроде то ли из перекрестка он ее принес, то ли, не знаю. Не должно быть, наверное, в перекрестке такого. Я была на днях, не видела такой каши. Она, кстати, в прозрачной упаковке просто. Упаковка прозрачная, и все. Такой полиэтилен, прям такой пакет, такой прям сильный пакет. Не шуршавый, а вот этот пакет. Пятерочки, кстати, вот продается здесь дешевая каша тоже, гречка. Но она хорошая, там нет такого мусора. Ай, камера села. Конечно, села. Папа живописью занят. Да, папа? Скрашиваю. Ух ты, Дима нарисовал. Как красиво. Это знаешь, что такое? Че? Тарелочки вот это лежат. А вот это стол. Не стол, а вот это такие. А вот такие тоже тарелочки. Стоп, тарелочки лежат на столе, да? Да, не на столе, а на вот этих штучках. Вот такие у них есть лампочки. Угу. Тебе мама что принесла сегодня, подарила. Купила метить линейку. Где же она? А вот. Всего 12 рублей не фокусирует. А вот, сфокус... 12 рублей всего стоит. Будь здоров. Где же я? А вот, на папе посмотрим линейку. 12 рублей всего стоит. Такая в детстве была. Наверное, мне, по-моему, где-то завтра есть. Завтра мы поедем, если мы масло с ними. Не знаю, мне из МЧС вам пришло сейчас. Нет, завтра точно так же. Оставлю я открытую фломастер, он же засохнет. Где это? А это вторая, да, вторая уже 96 рублей стоила. Ну ничего, такая она. Найди крышку от фломастера, то засунь. Ну, я не знаю, где она у тебя. Ну, папа, так вот же у тебя крышка от нет, фломастера. Это а та вон она лежит, под буквами твоими. Перед носом по самому у тебя лежит. Перед самым носом. А ты не видишь, да? Да? Нет. Не видишь? Нет? Вот смотри, Женька, наставила я тут, иди сюда поближе. Видишь, что ли? Поближе, поближе. Женя мне дал 1500 рублей на 8 марта. Подарок дал Женька, ну, правильно? Да, да, да. Дал. Дал, да. Вот что Натуська купила, смотри. Вот еще сегодня купила, кстати, свечку на полторы. Это все вот, вот это вот все вместе на 1500 рублей. Ну, получается, вот это вот на 500. А это вот 950 орхидея, о которой Натуська, не надо меня там держать, которая Натуська орхидея мечтала уже много-много лет. Цветочек орхидея. Такая вот у нас красивая. И вот смотри, свечка. Видишь, она какая красивая баночка, красивая свечка. Ванилька. Пахнет ванилью. Здесь чай смородинка. Я про него неоднократно раз говорила. Смородинка. С ягодками выбрала специально. Здесь нашла, но это я уже просто нашла непланированное. Гриндвейн. Попробуем. А такой вот. Ну, такой я тебе не говорила, ладно. Сок банановый. Ты знала, что надо скрыть. Ты, в принципе, мог это все сделать сам. Ну, откуда я сложить, знаю? Сложить, все это ты знал. Печеньки из такого, из детства, ну, как будто у нас. Ладно. А? Какая Натуська сделала себе красивый подарок за 8 марта. Решила вещами не покупать. Время сейчас совсем другое. Что-то найти сейчас очень сложно. Никуда больно не выйдешь. Везде ажиотаж, народ.
Поэтому я решила вот так. Вот свечи, кстати, вообще не, тоже не планировала покупать. Пошла в Перекресток за вот такой вот смородинкой и вот этим. Увидела свечку, вспомнила, что мне такая баночка очень-очень безумно нравится. Ну, блин, просто классно. Потом закончится она, допустим, я залью другую свечку туда. Поставлю так же и все. Вот она прям офигенная. Или баночку можно использовать подо что-то. Такая прям классненькая. Там даже написано. Ну и орхидеи. Орхидеи, конечно, я мечтала уже очень-очень много лет. Если листочки желтеют, они потом высохнут, по-моему, отвалятся сами. И все. Ну, тут надо ее немножко обработать. В принципе, она, ну, вроде пока нормальная. Что-то там пищит на улице. Вот. Ну и сама вот орхидея. Давно, очень много лет я мечтала о ней. Наконец-то она у меня появилась.